Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как устройство Honor 8 можно ускорить. То есть ускорить его работу. Как же это сделать? У нас есть предустановленное на телефоне устройство приложение диспетчер телефона. Открываем его. Оно там самостоятельно сканирует все фишки телефона, какие оно там может поправить, улучшить. Ждем, пока оно продолжит закончить сканирование. И затем просто нажимаем оптимизация, и оно автоматически там все оптимизирует, настраивает, фиксит как надо. Также можем сделать очистку памяти и очистить ненужные мусорные файлы. Удаляем их. И также можем сделать сканирование на вирусы, чтобы быть уверенными в том, что у нас все в телефоне безопасно. Вот видите, Powered by Avast, самый лучший антивирус. Все безопасно, отлично. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.